Нет. Она спать не может? Я ее тут ночью обнял и все. Давай, блин. Кук, слышал? Нет. Вас сломай. Вас сломай. Мяч проходит, блядь. Почему там нет никого? Могу понять. Да хватит поперек играть!
Бля, надо вносить коррективы в игру, блядь. Сорок минут Давайте сейчас еще, блядь, третий привезите себе. Это вообще порнография, я не просто, блядь. Какой зеленоград. Какие переносы. Это вообще, да хватит вам поперек, блядь, играть. Чё вы делаете-то, а? Давай, блядь, и назад, блядь. Так, у нас пара. Ну, дальку удар я видел. Так, говно игра. Чё, день что? Я не знаю, что-то своими деньгами прикол. Ну, блин, ну, сегодня, я сегодня. Ладно. Увижу все. Спарринг был. На винтах все прилетел, еле-еле. По этим, по частям.
палочка, бля. Фу, давай, что-то грозненько. Вечер попадает. Че, эти тебе наборы помогли? Далеко же дошел? Ну так. Новый надо покупать. Не. Блять, надо уже выпускать, блядь, людей. Парня, блядь, первый привез, блядь. Как можно, блядь, выпускать, блядь, киселя, который, блядь, просто травмирован, блядь. Вот я не могу понять, блядь. И у нас, блядь, Саш Куксов, блядь, который, блядь, там забивает, блядь, там выручает, блядь, он сидит на замене, блядь. Я не могу этого понять. Вон он, блядь, стоит. А он вернулся уже, кстати, со сборной своей, да? Да. Там, блядь, играя защитником, голы забивал, блядь, голевые отдавал, блядь. А мы его, блядь, на замене держим. Может, не в форме? В какой нахуй не в форме, блядь? Сборный человек, блядь, играет, блядь, голы забивает. Владу виднее там, наверное. Блять, ну как можно киселя ставить, блядь? Он, блядь, сколько, полтора месяца пропустил. А тот человек, блядь, живой. Охуеть, блядь. Человек 5 игр, блядь, в составе, блядь, ни одного положительного действия. Ни одного положительного действия, блядь. Ни одного гола, блядь, ни одной голевой передачи, блядь. Вообще ничего, пусто, блядь. И Реал играет, блядь, без замены. Сейчас мяч потерял, мы, блядь, это... отняли, здесь, блядь, кисель, блядь, поперёк сыграл. Я не понимаю, блядь, там люди, блядь, живые, ну, знаете, уже, блядь, 60-я минута идет. Ну, тут что за парень, не знаю, что помню, просто я сам что-то новый какой-то. Кому проигрываем 3-0? Они просто...